Дальше. Мы открываем сейчас Второзаконие, глава 14, стих 2. Второзаконие, глава 14, стих 2. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Бог, как я могу сказать, наш Бог избрал нас. Не все народов. Он избрал наши люди. Для Его мы очень специальны. Поэтому Он сдал наши люди эти все законы. А сейчас я прочитаю чуть-чуть быстро, но потом прочитайте об этом. Это закон, на что мы покушаем. Это диетический закон. Мы продолжаем. Сейчас Второзаконие, глава 14, стих 3. «Не ешь никакой мерзости». Еще раз. «Не ешь никакой мерзости». Дальше. «Вот скот, который вам можно есть. Воли, овцы, козы, олен и серна, и буйвол, и лан, и зубр, и орикс, и камелопард». «Всякий скот, у которого раздвоенные копыта, и на обоих копыта глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Тот ешьте. Дальше. «Только сик не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканщика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены. Нечисты они для вас». Нечисты они для вас. «И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки. Нечиста она для вас.
не ешьте мяса их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и шерсть. Еще раз. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и шерсть. А всех тех, у которых нет перьев и шерсти, не ешьте. Нечисто это для вас. Нечисто это для вас. Например, краб, омар, рыбы без чешуи или плавников. Это например. Дальше. Всякую птицу чистую ешьте, но сык не должен вам есть из них. Орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и крещета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и сови, и шайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедью. Дальше. И пеликана, и сипа, и рыболова, и сапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопиря. Дальше. Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас. Не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Еще раз. Всякую птицу чистую ешьте. Например, индейка, курица. Это мы можем кушать. Это мы можем кушать. Что Бог сказал здесь? Нечистый или мерзость? Не надо покушать. Не надо покушать. Не надо покушать. Поэтому мы не знаем это. Поэтому у нас иногда много болезней. Когда мы покушаем, что он сказал, или что он заповедал, что мы не можем покушать. Мы очень специальные люди к ним, поэтому он сдал эти законы для нас. Остальные народы они могут это покушать, но израильтяне люди нет, вообще нет.
sound odd. For years I've been walking around saying that. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.